Снова в лесу. Сегодня 8 октября. Смотрите, снег уже растаял. Уже растаял. Там постоял один день. Если кто видел прошлое мое видео, я по снегу гуляю в сопках. Сегодня так хорошо, тихо. Немножко прохладненько так, но, в принципе, 8 октября уже. Уже пора, пора и снегу. Вот, что хочу показать. Купила себе фонарик для велосипеда. Вот, на первый взгляд, обычный фонарь. Светит сейчас. Что-то он. Выключу зло. Довольно ярко, но не в этом дело. Сейчас я покажу. Или после этого ролика. Ставлю ролик, где медведи сигналами отгоняют. Там парни сигналами отгоняют медведи. Мне кажется, вот этот сигнал намного даже лучше, чем там они мотоцикл включали. Заводили мотоцикл, и медведь наглый. Медведь был, но не хотел ходить, но ушел. Я, короче, покажу этот ролик. Вот. Такой. Так что я думаю, если одновременно светить ему в глаза, ну или в его сторону. Тут же, кстати, где-то мигалка есть, вот, допустим, мигать ему в сторону. И издавать этот звук, думаю, ему будет очень неприятно, и он не захочет с вами сталкиваться, связываться. Теперь вот с этим хожу. Лес. Кстати, притягивается к кремлю, как и к кремлю, как и к рулю. Вот, допустим, вот. Тут только кремень раз пристегнул, сигнал, кнопочку тоже. Тут несколько звуков. Такой, фу, противный такой. Вот самый телефон. И эхо такое отголоски. По всем сопкам раздается. Очень такой неприятный звук. Человек вот рекомендую такое новое приобретение. Не только для велосипеда, но и для походов в лес. Там никакой медведь меня не напал. Что он пойдет? Насколько он все-таки обнаглеет. Если приматов скажет, так? Уходи. Не пугай, не пугай, подожди. Не торопись. Он подойдет близко. Но сегодня их много не будет. Как уж светит. Да, я сейчас поскорее. Я так не хочу больше мокнуть, я 5 литров на бронушку похожу. Наберу и в сторону дома. Конечно, можно, но что-то уж больно хочется мне сегодня домой. Как-то не знаю. Может, погода такая. Хотя нет. Неплохая, что-то я подустал, реально. Слабый, что ли?